Боевая техника, взятая у противника в качестве трофеев, используется на военном полигоне в Губадлинском районе Азербайджана. Как передает канал 13, об этом сказал полковник-лейтенант Государственной пограничной службы Азербайджана Рашат Мишадиев. По его словам, это по одной единице БМП, танка Т-72 и зенитной установки на тягаче МТ-ЛБ. Часть техники, используемой в учебном центре полигона, взята на поле боя в качестве трофея. Используя трофейную технику, личный состав повышает свою боеготовность. В настоящее время подразделение использует ее на учениях, отметил Рашат Мишадиев.